Мэр Магадана проверил подготовку города к зиме. Глава муниципалитета посетил частный сектор. Его жители, так же как и жители многоквартирных домов, получают коммунальные услуги. Как отмечают эксперты, и постройки, и инженерные сети выходят за границы земельного участка. Трубы холодного водоснабжения также установлены с нарушениями. И поэтому, если зимой случится какая-либо авария, специалисты не смогут помочь. Я хотел бы призвать всех к тому, чтобы соблюдали правила, соблюдали технические условия, по которым вы подключаетесь и водопровод, и канализацию, и тепловые сети, и вообще уважительно относиться к тем людям, которые здесь работают, и не мешать им проведение работы. Ну и я отправлю сюда земельный контроль, потому что, конечно, заужение улично-дорожной сети, вот этой улицы Сибирской, оно недопустимо, потому что зимой встаем сразу с проблемой расчистки улиц от снега, подъездных путей для пожарных машин, специальной техники и так далее. Как отмечают эксперты, горячую воду жильцы частных домов получают из системы отопления. Отдельного трубопровода нет. И как только отопление в Магадане запустят, в микрорайоне также появится горячая вода. Сейчас специалисты активно ведут работы по улице Сибирской. Проводят реконструкцию тепловых камер по всем направлениям.